Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, в магазине бесплатный пак у нас есть. И, к сожалению, не весь сыр мы с тобой накопили для того, чтобы пройти, естественно, вот это вот испытание черепашью бурю. 42, как ты видишь, сыра из 72. Ну что, давай попробуем пробежаться. Так, здесь у нас 60 бакинских. В общем, неплохо. Начнем потихонечку, пожалуй. Хочу просто пройти это событие. Сегодня именно. Так, ну что, черепашки, классика. Давай, наверное, бомбочку все-таки бросим. Замедляшечку сработала. Так, Леонардо. Минус. Так, Майки. Минус. Донни упал. И Рафаэль, надеюсь, тоже упал. Так, первая волна пройдена. Переходим плавненько на вторую. Здесь у нас черепашки фильм. Вырубаем, наверное, Микеланджело сразу же. Тыч. Окей. Так, клинки. Так, ну Донни не упал. Понятное дело, что Донателло имеет крепкое, так сказать, здоровье. Эти олухи быстренько упали. Так, а здесь у нас черепашки ролевые. Давай, Ваня, с пулемета. Просто на изи разобрал. 60 уровень. Разбирается довольно легко. Ну что, бросим. Заблокировать сможем? Не, не вышло. Шреддер, давай, я знаю, твои клинки здесь их уничтожат на изи. Так оно, в принципе, и произошло. Так, ну что, победушка. Мы забираем с тобой 60 долларов. В принципе, солидная награда, если честно. 60 долларов, 3 серебряных осколка, ну и Микеланджело. Так, переходим сюда. А здесь у нас, как ты видишь, 75 жетонов, 15 долларов. Ну, остальное, в принципе, не важно. И 15 сыра мы тратим. 15 сыра. Ребят, 70 уровень противников. 70-й. Был 60-й, 70-й. И в конце, наверное, будет 80-й, судя по всему. Бросаем бомбочку. Да, я извиняюсь, что я Зека назвал Владом. Я не знаю, почему у меня в голове Влад сидел какой-то. Конечно же, Антон, да. И спасибо, ребят, что вы поправляете меня в комментариях. А то Влад, Влад. Ну, Влад Зек тоже звучит неплохо, но, к сожалению, его звать не Влад, а Антон. Пиню. Да ладно, ты серьезно, что ли? Ты не смог даже левого вальнуть. Ну, ё-моё. Так, давай-ка вот этого вот хлопчика, Донни. Тюш. Нормально. Так, Майки, успокойся. Нет, вот, смотрите, дебафит. Но дебаф у него не получился. То есть он мне не понизил атаку. Переходим с тобой. Оригиналы, собственные персоны. Ну, тут надо, наверное, знаешь, что сделать? В первую очередь Леонардо подбить. А знаешь, почему мы его сразу не сможем подбить, уничтожить? У него отложена смерть. Вот она, видишь? Только что сработало. А почему его в первую очередь, ребята, уничтожаю? Ну, чтобы он не делал провокацию. Провокацию с эффектом уклонения. То есть фиг ты по нему еще и попадешь потом. На, минус Раф. Этот от постепенного урона отдупился. Так, и последнее, здесь у нас ролевики. Тьф, почему Зек в последнее время у нас не блокирует, а? Он уже два раза бросал свой скин и... ноль эффекта, просто пролетает мимо и все. Так, ну что, у нас остается последнее. Крутенько, 75 жетонов, ребят, на дороге не валяется, согласись. Так, а тут нам хватит двадцатка, блин. Нам придется докупать. Нам придется докупать. И вот теперь я пройду это событие полностью. 80 уровень противников. Давай-ка мы вместо Рокзара возьмем все-таки Криса Брэдфорда. Он, как по мне, хоть он и не имеет, как бы тебе сказать, провокации, у него есть один отличный, даже два отличных бафа. Во-первых, он вешает возможность, который может повесить контратаку, защиту. Там очень много у него, ребят, всяких возможностей. А второй, это, естественно, еда Криса Брэдфорда, которая дает дополнительную защиту, причем очень неплохую. Так, что-то они тут раздухарились, я не понял, что это, они в себя поверили? Еще и хиляется. Вот такая вот штука, друзья. Угу. Что-то как-то их косвенно так задело. Оу, тут 6 волн. Ёк-макарёк. Вот, вот, ребята, баф на защиту. Тут, соответственно, нужно попробовать уложить в первую очередь Микеланджело.
Давай вот так вот сделаем. Хм. Лео, конечно, бомбим. Упал, отжался. Донни тоже упал. Так, переходим на следующую. Вот второй, ребята, отличный баф. Дает нам атаку. Так, блокировать здесь нужно Рафаэля. Да что ты будешь делать-то, зэк? Бросаешь, бросаешь, и все по барабану. Ну, Майки, понятно, усиливает команду. Это его прямое назначение. Блин, зэк, зэк. Если бы он сейчас прыгнул бы, да, было бы плохо. Он успел. Он успел все-таки хильнуть. Ну-ка. Ага, прекрасно. Я тебе скажу так, Лео надо здесь вольнуть. Теперь попробуем, наверное, Донни. Я. И Майки. Четвертая волна. Здесь у нас оригиналы. Не менее опасные противнички. Поехали. Бросаем. Да даже замедляка не сработал. Ну что это? Блин, я знаю, что в конце будут черепашки космос. Поэтому как бы, ну не хотелось бы здесь растрачиваться по полной программе. Как раз подкопим с тобой навыки. Опа, видел, что боксерсток он сделал? Он помог Крису Брэдфорду. Так, у нас есть неплохая возможность сейчас откатить все наши скиллы для последней волны. Так, это пятая. Ролевики. Но я думаю, никто не будет против, если я один разочек заюзаю пулемет. Плюс вот так вот сделаем. Давай так вот, хоп. Ну, хотя бы меткость понизили, тоже неплохо. И добиваем. Все, ребята, а на черепашках космических надо нам, естественно, юзать все наши суперудары. Погнали. Рафаэль сразу сразу отлетел. Пробьешь? Ай, красавчик, Крис. Просто красавчик. Теперь давай вот этого, Лео. И сюда. Все, друзья мои, прошли на одном дыхании полностью это событие. Это меня радует. О, 100 жетонов, $20. Отлично. Так, задания у нас не откатились. Как ты видишь, баксы энергия. Что у нас там, кстати, по предметам? 480. Мы кожеголову собрались, да, копить. Так, здесь. Вот, вот это тоже нужно обязательно, ребят, пройти. Ну, сам понимаешь, телепорты, они всегда нам нужны, абсолютно всегда. На втором канале сегодня будет, друзья мои, выложена игра. Называется Трактир. Ну, как она называется, Ненасытные дьяволы, на самом деле. Но это игра такая, знаешь, в общем, про ганнибалов. Заманивали в паб людей, убивали и ели их. И шмотки продавали. В общем, такая игра. Она простенькая и в то же время. Вначале мне показалось мерзковато немножко, а потом. А что тут мерзкого? Типа, знаешь, какой-то экономической стратегии. Может, так ее, наверное, назвать. Так что, если кому интересно, можете заходить на второй канал и смотреть. Так, ну что? 4 получили. Дальше у нас сколько там еще? Пяток. И потом в конце еще 6 телепортов. И заодно посмотрим, сбросили меня с нашего первого места. Если сбросили, естественно, подтянемся. И остальную пиццу мы потратим на поиски. Чего там мы искали-то? Мы искали для Крэнга. По-моему, силовые ячейки, если не изменяет мне память. Так что надо будет сегодня все это протратить, дотратить, как говорится, до последней пиццы. Окей. И последний у нас эпизод, 4-й. Здесь тоже, естественно, ребят, на автобой ставлю. Потому что ничего сложного здесь не будет. Железноголового в любом случае они накажут. Это раньше были времена, когда я от него щемился и убегал, как не знаю, как от огня. А сейчас он для меня вообще изич. Даже я, как говорится, не присутствую в боях, они все сами здесь делают за меня. Вот так вот.
Естественно, он погиб от постепенного урона. Но мы ему тоже не навтыкали, согласись, немало, не слабо. Так, ну что, здесь все пройдено. Здесь все пройдено. Так, и что мы хотели? Мы хотели посмотреть нашего Кренга. Вот он. Сколько чего? Ага, наушники. 140 пиццы у нас всего лишь накопилось. Наушники выпали. И еще одни. Хорошо идет. Это уже третий сразу, да? К ряду. Зеленая колба, которая нам не нужна. Пятые наушники. Шестые. А нужно сколько там было? Подожди-ка. Там, по-моему, шести надо было. В плане еще восемь? Еще восемь наушников надо? Что-то как-то многовато, тебе не кажется? Ладно, зеленая колба нам только выпадает сейчас. Получается, осталось 7. 6. И опять зеленая колба, а? Ну ёк, макарёк, ну. Колба, да отвали ты, блин, тут достала, а? Так, ребят, ну все, пицца кончилась. Нам еще 5 наушников, как ни крути, нужно найти. Что-то я еще хотел глянуть или... А, турнирку, конечно же. Друзья, сбросили, ты посмотри, а? Ты посмотри, что делают. Не успел я зайти, забраться, они меня, оп, уже на 32 ранг скинули. Молодцы, красавчики. Так, откаты. 7 откатов есть, ладно, возьмем Шредера. Возьмем Леонардо. Ты посмотри, какие, а, жуки. Че вытворяет? Просто взяли меня и на 32 ранг. А сколько времени это прошло? Да шиш, да не шиша, ребят. Сколько там? Ну, 6 часов где-то прошло, и все, они меня сбросили. Ну, супостаты, а? Че вытворяет? Естественно, я так просто это не спущу. Я опять буду забираться на самое первое место. Вот жуки навозные, а? Как же они быстренько меня скинули. Так, ладно, давай посмотрим. Ну, вот эту команду я возьму. Так, Ромагуша вперед и с песней. И Супер Шредер. Раз, два, три. Тут, походу, еще один поединок после этого остается. И все, ребята, мы вернемся на прежнее свое местечко. Так, постепенка, ну, почти на всех, почти. Не считая двух персонажей. Замечательно. Ну и, надеюсь, последний поединок сейчас будет. Ну-ка. Да, ребят, шестая позиция. Погнали в бой. Погнали в бой, погнали в бой. Так, подожди, что-то я не то делаю. А если я возьму, например, Армагона и вот так вот. Не будем мы, например, откатывать Супер Шредера. Справимся? По идее, должны. Давай, зэк, бросай. Тюх. Теперь валун. Хлоп. Ага. Лео, Лео, Лео нужно валить. Иначе будет отхил или масуха, там одно из двух. Неприятный запах. Есть. Ну, друзья, как я и обещал, первое место нам обеспечено. Хлоп, как говорится, да? И мы на месте. Ну и, блин, прикинь, 975 тысяч сюрикенов. Кстати, ребята, вот вы пишете в комментариях: Рэй, давай сегодня Hill Climb Racing 2 ХКР-ку. Ребята, я вам в комментариях писал. У вас, вот вы, если играете, кто-то из вас, у вас как с управлением? Ничего не поменялось, потому что у меня в данный момент, если я, например, еду, раньше я нажимал вперед и на тормоз, да? То есть я мог просто притормаживать. Сейчас у меня
или вперед только нажимать, ехать, или только на тормоз. И то она почему-то у меня переворачивается, машина узкая. Я не знаю, что происходит, почему поменялось управление. С какого вдруг перепуга, ни с того ни с сего. Короче, кнопка не срабатывает. Именно на тормоз, она срабатывает через раз. То есть я пытался уже по-всякому, и ничего не помогает. Вот и хотелось бы мне узнать, это только у меня или у вас тоже с управлением какая-то беда. Ну что, ребята, по-моему, все. Больше я здесь сделать ничего не могу. Единственное, что можно... Тут пиццы не хватает. И здесь тоже, да? Нет, тут можно. Нет, нельзя. Пиццы нету. Тогда все, будем закругляться. Такая вот коротенькая серия. Но, ребят, я зашел только ради события. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.